Дорогие одесситы и гости нашего города. Это другой текст. Дорогие родители, учителя, одесситы и все-все-все. Вот и прошел 2018 год. Это вообще прошлогодние слова. Ой, вот и прошел 2019 год. Он был прекрасным и незабываемым. Он был солнечным и ярким. Иногда трудным, иногда печальным. Но это жизнь. Что уж тут поделать. Мы прощаемся с незабываемым 2019 годом. Спасибо, что ты был с нами. А теперь время встретить 2020. Надеемся, этот год не подложит нам крысу. 2020, будь, пожалуйста, добрее. Будь самым мирным и спокойным. Будь радостным все 365 дней. И исполняй все желания. Желание – это к Деду Морозу. Эй, точно! Нужно послать ему письмо. Ау, сейчас 21 век, век технологий. Письма никто не читает. Тогда нужно написать ему в Вайбере. А можешь связаться с ним через Фейсбук? А давайте запишем голосовое сообщение. Только желания должны быть от чистого сердца. Ну что, погнали! Дорогой Дедушка Мороз, мы ученики 106 школы. Многие думают, что мы ничего не смыслим в жизни. Мы еще маленькие и не платим налогов. Но мы точно знаем, что попросить на этот Новый год. Для Одессы и для всей страны. Мы просим мира и благополучия. Доброты и щедрости. И тепла, даже когда в Одессе минус 5. Желаю не терять чувство юмора, даже если кажется, что все пропало. Побольше улыбок на лицах. И поменьше пробок на поселок Котовского и на Таирова, и в центре. Отдельная просьба к ВВП – расти большой. Отдельная просьба к курсу валют – больше вообще не расти. Желаю всем хорошо выглядеть, как Одесса летом. Ну, чтобы места на пляже всегда были, а не как обычно. Желаю хорошо сдать ЗНО. Фух, это еще не в этом году. Желаю всем нашим учителям иметь терпение и спокойствие. А всем ученикам иметь совесть. Желаю новых друзей. И не забывать старых. И как говорят у нас в Одессе, чтоб вы все мне были здоровы. Побольше любви. И поменьше злости. Пусть в 2020 у всех все получится. И добавь, пожалуйста, немножко чудес. Чмоки-чмоки. Обнимашки. Передавай привет всем эльфам и оленям. Ну вот, кажется, все записали. Надеюсь, Wi-Fi не подведет, и наше письмо придет вовремя. И пусть все сбудется. А нам осталось только пожелать. С новым 2020 годом!